А в Челябинске ликвидируют последствия потопа в Чурилово. Рабочие вырыли временные отводные каналы, чтобы вода ушла с улицы Линейной. Именно по ней жители микрорайона добираются в центр города. Впрочем, от ливней в эти выходные пострадало не только Чурилово. Топит квартиры и на северо-западе Челябинска. В доме на братьев Кашириных вода льется с потолка, из розеток и из светильников. Эти кадры сняли. Вот что сейчас творится в нашей квартире. За 2 часа потоп спровоцировал сильный ливень. Женщина живет на 9-м этаже. С крыши вода просачивается в квартиру и топит ее и соседей снизу. А в Копейске из-за непогоды пришлось отменить праздничное мероприятие. Сильный ветер ломал зонты и деревья. А это большое дерево упало прямо на проезжую часть. К счастью, никто не пострадал. Из-за непогоды почти на 2 суток остались без электричества несколько районов Коркино. Ветер оборвал там провода, повалил деревья. Сейчас электроснабжение восстановлено. Ну, да.